Приветствую всех! Хочу вам сообщить новость, что я продаю 4 свои картины. Фото их вы можете увидеть здесь в видео, а также на Фейсбуке у меня. Картины выполнены акриловыми красками, покрыты 3 слоями лака, то есть влаги, пыли не боится. Уход очень простой, можно едва тряпочкой влажной протирать от пыли. Холсты на подрамнике, то есть рамка не обязательно, но по желанию можно еще оформить в рамочку. Размеры картин 2 это 40 на 50, картина маки на сине-сером фоне и картина сказка с блесточками и цвета римского золота. Другие две картины размером 40 на 60, это большие цветы малиново-фиолетово-сиреневого цвета и большие маки на светлом фоне. Стоимость картин 1000 гривен каждая. Также я запустила благотворительную лотерею, где победитель может выбрать одну из этих 4 картин, которая ему понравится. Условия участия в лотерее я оставлю в описании внизу под видео и в группе на Фейсбуке. Так что вы можете как и приобрести картину, так и принять участие в благотворительной лотерее. За приобретением картин пишите мне в личном сообщении на Facebook или тут внизу под видео пишите в комментариях, и я обязательно с вами свяжусь. Если вы решили принять участие в лотерее, то также пишите мне об этом в личном сообщении на Facebook, либо тут в комментариях, что вы участвуете в лотерее. Все ссылки и условия участия в лотерее я оставляю внизу в описании под видео, а также ссылки на плейлисты, чтобы вы могли ознакомиться с моим творчеством и не только. Я вам всем желаю прекрасного настроения, крепкого здоровья, успехов в делах и будьте счастливы. До новых встреч, увидимся!